Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. И в прошлой серии мы достаточно продуктивно пробежались. Мы спасли Урсулу, забрали почту. Так что, думаю, сейчас мы пробежимся по городу, отдадим все посылки и вернем ребенка. И после этого надо будет вернуться еще назад в лес, пройтись по второй тропинке. Пока что это основные планы на сегодня. Так, хорошо, тебе нужна у нас как раз первый из посылок. Это вроде бы ты, да? Или? Isn't it a super smart and drop-dead stylish purse? Everyone will want to invite me to the theater now. Thank you. Here, a tip for you. Now you can buy yourself something stylish too. Though you do already have a stylish hat. Может, мы так соберем себе $200 на бочонок? Так, вот мы отдадим письмо радиодиджею и... Кстати, еще забыл про объявление. Так, для начала... Тьма. Ursula, looks like you messed it all up. Oh, it's impossible to stay mad at her for long. Так, тебе нужно поскорее вернуть. Какое же из этих письма? Ты вроде бы. Вам? Special delivery for Mr. Burrower. Ah, my first fan letter. Dear Mr. Burrower, I'm a long-time listener of your program. Wonderful smoky voice, intellectual commentary, cheesecake. Yes! Fan letter? What a fan! As thanks for your delivery, please take a small promotional gift. Take this wonderful mug and say with pride. Oh, it's crushed in the chat. Swamp Radio 103.6, 5. Mole in the morning, mole at noon, and mole in the evening. Возможно, сейчас мы сможем наполнить себе кофе. Чё бы не попробовать сразу. Так, где у нас с кофеваркой? One hot coffee. Отлично. Как-то хорошо серия начинается, что удивительно. Too bad I don't like coffee. А то я знаю, куда его отдать. Just a sec. Окей. Welcome back. Так, одна из тем сделаем по-другому. Сегодня сразу дадим вам рекламу. Отдай. Oh, what a wonderful idea! It is? Yes, it's perfect for little Humbert. А, вот кто Гумберт, понятно. I'll tell him about it soon. Как я мог забыть? Окей, хорошо. Так, теперь нужно вернуть Урсулу. Так, и кому мне ее отдать? Урсула? I think she feels really comfy in my backpack. Конрад? Ну, по сути, да, это твоя племянница. I found your niece. Little Ursula? A crow attacked her. How is she? Tell me. She's fine. Уснула.
поэтому Мейла зайдет. I chased off the crow. The feather shows me that you speak the truth. I thank you, Jerry. You are a true tree walker. That is what we call animals who help others in need. Oh. Good work, Jerry. I'm proud of you. It was nothing. Окей, так. Что у нас еще есть за письма? Так, кстати, кофе надо отнести, да? Так, это у нас письмо. Ну. The Great Zaroff. I wonder if that was his stuff in his top hat. The letter looks strange. It's addressed to Senor Molina. It's from Н. Calavera, travel agent. Кто это, не помню такого? To Mr. Church Mouse Sr. Ах, да. Тебя как звать, друг? Ну, все равно поговорим. Что-то мы с тобой давно не общались. Excuse me, but no time. Gotta practice. There's a birthday party this evening at the Hares. But I'm prepping to go. Well, hey! Окей. Не снова ты? Вы поочередно будете появляться с зеленой шляпой, видимо, да? Ладно, так. My coffee's cold. Да что ж такое? Может, вам понравится и холодный кофе? Oh, thanks. I've been waiting a long time for this. My language instruction package. Coconut Palm Islandese overnight. On 30 cassettes. I need to be well prepared if I want to retire there. Are you waiting for something? A tip, maybe? We're church mice. We have nothing to just give away. Ну ладно. Так, попробуем сучить холодный кофе. Так. Видимо, немного запутался. Как мне попасть в сад? Значит, это тропинка у нас, которая ведет налево. Это городской стене. Так, это не тот проход. Как же пройти у нас в сад было? Совсем вылетел из головы. Хорошо. Возвращаемся. Так. Прощайся к городским воротам. Тогда мы пойдем. Слушайте, туда же. Совсем вылетел из головы, где находится сад. Мы будем искать здесь другой выбора. Пока что я не вижу. Милена. Также просто так, кафе ее нет, здесь тоже. Что-то, видимо, начинает потихоньку отказывать мозг. Так, ладно. А так сюда не попаду. Кстати, у нас была эта статуя? Что-то я раньше не замечал. Welcome to Masswood, newcomer. Your friend with the red eyes seemed familiar to me. Here's some well-meaning advice from me to you. Stay within the town, all right?
The crows are circling low over the woods today. Окей. Как назвать, кстати, мышонка, который борется с рюкзаком? Немного подождем, пока он вернется. The door is now open. Hey. Hello, Tom. This is private property. Get out of my car. Uh-oh. Просто нужен мышонок. Где он ходит? Ладно. Встретим как в следующий раз. Пока нужно как-то добраться до сада. Идемся к церковным мышам. Где же сад? Чтобы не так могло вылететь из головы. Что на окраину? Там у нас ежата. Сад. Дима начинает уже потихоньку отключаться, но все-таки нашел я тропинку. Отлично. А, и ты снова здесь. I'm standing on a shamrock. It's magic. Gives me strength. I can do whatever I like here. Окей. Okay. Опять уполз. Моя кофе, интересно, еще можно ему отдать? Нет ли смысла? I'll give him some of my coffee. I'm awake. I'm so grateful to you. Take this. Чтобы сыграть в карты, обитатели мыши леси, откройте рюкзак, щелкните клады карт под потенциальным соперником. Окей, ну ладно, это нам было не особо нужно. Without you, I would have been late for work. И опять. Ладно. Что у нас тут есть? Ух ты. Я вас не заметил. What a sturdy looking rake. It probably belongs to the hare family. It could come in useful. Hey! Hey, you! What are you doing with our family rake? Oh, I'm just borrowing it for a moment. Last night the wind blew all these leaves onto our lawn. Oh, yeah, all right. Oh, off you go. Those leaves aren't gonna rake themselves. Так, ладно. Нужно вспомнить, где он, я мог видеть Малену. Так, ладно, нет исключения у городских ворот и нету. Кафе нету, в ратуше нету, в садах тоже нету. Ага, так. Кажись. Есть идея.
Jolly cats and fly specks. Leave me in peace, you brat. You'll never get me shamrock. Так, ну он снова убежал, да? Если попробовать тебе на путь положить грабли? That doesn't need a study, right? Да нет, я не хотел так рано. Как тебя звать? It says A. Molina. Да, вот она. No advertisements, please. How mysterious. Где твоя посылка? Вот она. Где? You've got mail. Thank you. No problem. Отлично. Так, ладно. Где у нас он появлялся? В следующий раз. Вроде бы здесь, да? There he is again. You've got the wrong man. I've done nothing. Confounded. Так, прошу прощения, немного отвлекли. И что я планировал сделать нам? Мы гнались за звеношляпом. А, да. Да-да. Попробовать его заманить. Не знаю, правда, получится это или нет, но я хочу пробовать на его пути поставить грабли, чтобы он на них нарвался. Ну, не знаю, насколько это выйдет. Единственная мысль, что это поставить их на том клевере, где он останавливается. Потому что на другим их поставить не дадут. Стоп! А, сейчас посмотрим. I'm standing on a shamrock. It's magic. Gives me strength. I can do whatever I like here. Так, теперь попробуем. He got away again. Это так. Грабли. That's a cunning plan, and it might just work. А, отлично. Теперь придется его сюда просто заманить. Так. Возвращаемся к ёжикам. Jolly cats and fly specks. Leave me in peace, you brat. You'll never get me shamrock. Так, давай, дружок. Отлично. Так. Вторая встреча. There he is again. You've got the wrong man. I've done nothing. Confounded belief. Маленький наглый лепрекон. Ладно. He's gone again. Так, и финальная. Встреча, надеюсь, все получится удачно. The leprechaun will pop up at any moment, and then... Давай. Посмотрим, как тебе понравятся мои грабли. Так, главное, только инструмент есть. Отлично. Потаем все, что есть. Off to the Hedgehog Brothers. They'll sure be glad to get their tools back. Окей, а граб можно забрать? Отлично. На, ты их вернул? Ну, ладно, хотя бы он не будет злиться на нас. Так, пошли. Jolly cats and fly specks. Leave me in peace, you brat. You'll never get me shamrock. Так, а вот второй проход к садам был. Я-то его искал, ладно.
Так, ребята, у меня к вам подарок. Че, я гусь какой-то нашел? Смотрите, что это такое. I've got your tools. Terrific. But as long as the green hat's still about, I'm not happy about finishing building the boat. Me neither. Please make it go away. То есть, ладно, нам нужно как-то так. A lost piece of wood. It'll be okay. We'll find your mummy. Может, это я сам смогу починить? Фотку. Это скорее забор, ладно. That you can't do that. You have to be trained for that, you know. Хорошо. Так, а если попробовать тебя забаррикадировать, тут был проход. That's music to my ears. The unmistakable sound of our tools. There, the tunnel is closed. Ладно, попробуем. Так, возвращаемся. Повторяем ту же самую процедуру. Не надоело по кругу бегать? There he is again. You've got the wrong man. I've done nothing. Confounded police. Может, грабли надо было оставить? Второй раз шлепнулся на них. He's gone again. Давай, дружок. There he is again. Stop. Ничему не учится. I'm standing on a shamrock. It's magic. Gives me strength. I can do whatever I like here. Да-да. Давай, иди отсюда. He got away again. Сейчас мы его загоним в ловушку, я думаю. Jolly cats and fly specks. Leave me in peace, you brat! You'll never get me shamrock! Я не вижу мне твой клевер. Сработало? Да. Nail shot! Fine! Be that way! What a waste of a day! Ah! Off home to warm hat! Ну, хотя бы перестал бегать, попробую. Маленький надоедливый паразит, да? The Shamrock Ripper won't find me there. Куда он забрался? Так, посмотрим. The footprints lead to the top of the pumpkin. Hold on. Is that a chimney? I knew there was something strange about it. То есть он живет в тыкве, да? Забавно. I wonder if it's hollow. Oopsie. You! You destroyed the house! Smashed it to tiny wee pieces in the blink of an eye! Oh, what have I ever done to you? Oh, I didn't mean to do that. I'm sorry. Didn't mean to. That was negligent vandalism. You're after me, Cobalt, Cobalt! Actually, I was just here about the stolen stuff. That's me cue. Till we never meet again, you snoop. Кстати, противоположный тыкву, по-моему, тоже полы. Да, судя по звуку. This is starting to get frustrating. Has your green hat really gone? Oh, what a relief. It looks kind of sad when it's so empty. I was just trying to catch the thief. But I didn't want this to happen. It was a nice little house. Well, pumpkin house. The spoon and the silver lump are probably stolen too. Anyway, Inspector Hazelnut has secured the stolen goods. Так, отлично, у нас есть ложка. Что-то еще здесь есть. И какой-то камень. Ладно.
It looks kind of sad when it's so empty. I was just trying to... It was a nice, well, pumpkin house. Больше ничего здесь нет, да? Вроде так. Так, ладно, возвращаем вам инструмент. Надеюсь, вы нам сделаете все-таки лодку. Хотя и... It's over. The green hat is gone. Ah, I am so relieved. Dad was right after all. He was living in the pumpkin with the chimney the whole time. I wondered about that. Ah, and you have our tools. Come on, brother, we better get to work. The leaf boat for Spitzweg is ready. Ready to put to sea. Это скорее больше смахивает на подлодку. Just give it a little push. Oh, but... Don't worry. The cold water brook will take the boat to the catfish barrier, where Spitzweg is already waiting. Still have a lot to do. We need to get back to work. We still have to renovate an antique cabinet for our neighbour. Ah, that'll be fun. Oh, I love furniture. But make sure you don't sand too deep this time. Yeah. Так, понимаете, теперь нужно как-то будет опустить шлюз. Так, почему бы там мог бы развести приглашение опять? Так. Тут ничего нового, ладно. Возвращаемся тогда. Городской стене попробуем поговорить. Так, нам сюда. Шпицвек. Excellent! The boat is here! In all my travels over the years, I've realized again and again that you can find kind people no matter where you go. Just as long as you never give up and always travel with an open heart. I should write that down. It sounds like a motto for my journey. Now I can finally put out to sea. Weigh anchor! Set the sail! Man the oars! Aye aye, sir. Oars? Oars! We had better not set out rudderless. Water is much too unpredictable. You can't rely on chance to take you where you want to go. And to be sure your ship doesn't try to leave without you when you go ashore, you also need an anchor. But as long as the catfish is swimming outside the barrier, we can't even think about setting off. The world offers enough adventure. We don't need to go looking for trouble, you know. So we can't set sail until we've got an anchor and a rudder, and the brook is free of loitering catfish, right? Yes, and then our great journey will begin. Я вроде бы не планировал открывать, но ладно. Так, думаю, здесь мы тогда пока что приостановимся. Так что на этом на сегодня всем. Доброй ночи!